Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Дождик пошел. Успели. Чуть-чуть, блин, даже распало. Да, блядь, невыносимо. Нереально. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Хорошо. Раньше, когда магнезии в зале не было, брали пыль, да? Да, было это хвоя. Руки. Пылюка. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Есть такие, что на руки плюют, знаешь? Не знаю, что. Как? Как оно поможет? Поможет? Конечно, поможет. Распространить заразу по залу, блядь. Плюнуть, а взяться за штангу потом. Ну, чтоб руки не скользили, наоборот. Человек 15 садить можно заразить. 120. Четыре. Пять.
Сильно широко, чуть-чуть уже возьму. Да. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Треска сухущая такая. Ну, ты спросил, какую, блядь. Не, я треску раньше ел, но на сушке. На сушке, да, хорошо. А сейчас же надо впихивать. Побольше. Больше не надо, Сань, надо столько, сколько надо. Потому что больше оно все равно на говно пойдет, один фермент. Если организм не заставляешь, он все равно ты не увалишь. Туда настолько ферментов закидывал, что там на 100 грамм больше усвоилось, а смысл какой, блядь, перегрузить, блядь, всю твою ЖКТ, блядь, нахуй. Чтоб ты через два дня сказал, блядь, не могу жрать вообще, нахуй, уже, блядь, в печенках стоит, блядь, нахуй. Надо жрать столько, пока есть, там, добавлять за счет каши, блядь. Белка, блядь, столько космоса не надо. Вот его надо килограмм, вот, блядь, нахуй, живого, блядь. Вот тебе еда, просто регулируешь, там, блядь, чуть-чуть больше, блядь, каши, там, на 30-40 грамм, блядь, нахуй, добавил где-то какого-то приема. Я даже раскидал на все приемы, знаешь, поначалу, блядь, да и все. Вы не смотрели этот видос там, где про питание рассказал? Твой? Смотрел. Нажираю, блядь. Этих котлет. Килограмм. Раз. Два, три, четыре, поставил, сидим. Два, раз.
Раз. Два. Три. Верхняя точка не идет. Трицепсы сдохли. Все, вставать? Да. Трицепсы сдохли, да. Так как вы тогда рассказывали? В смысле? Ну, сейчас покажу. На 6. Вот так. Это все странно, конечно. Хорошо, раз. Поднимай только локти ниже. А сюда выпрямляешь. Два. Чуть поднимай. А сюда выпрямляешь. Вот сюда. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Ложусь прямо, смотри. Ну, с гантелями сначала взял, а потом ложись сюда. А как надо? Сразу? Сразу, положись сюда. Сразу здесь именно. Не знаю, привык так. Сразу как-то... Не знаю, как пошло. Приветствую. Вверх. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Вот здесь. Это все. И деньгами. Раз. Два. Вот сюда. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Смотрел старые фотки Дориана. Ну, я бы не сказал, что он генетически одарен. Да, он брал тоже массы просто. Масса много, и, в принципе, она развита тело, блядь, правильно, так знаешь. Ну, то есть он такой, он широковатый, на самом деле. Как для золотой эры, для той. Там более такие все были компактные. Ну, у него уже пошире талия. В то время, блядь, он там в 93-м году 117 килограмм весил, это много. Пошире талия у него уже. Много. Это на сегодняшний день очень много, при росте 175 сантиметров. В таком качестве, как он, это пиздец как много. Ну, спинище у него, конечно, такая, блядь. Бугорками. При том, что у него там, знаешь, объем ног не такой громадный, в принципе. То, что все это, блядь, вверху, блядь, и торс у него не длинно коротковато. Ну да, у них огромные. Блядь. Если бы икр таких не было, конечно, ноги ущербно смотрели. Раз. И спеши. Два. Три. Четыре. Пять. Подымать. Смотри, какие шары. Надул. Это не напрягает. Просто надул. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Раз.
Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Дальше. Выпрыгну. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Дальше. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Раз. Не спеши, ты бухаешь вверху. Два. Три. Четыре. Пять. Да, блядь! Вы орехи в своей практике ели? Да, я с них особо там какой-то ценности я не вижу, если честно скажу, блядь. А они так засоряют желудок, блядь. Ну, люди ж не могут остановиться на 10-20 граммах, знаешь, то, что полезно, блядь. Они ж так сядут, блядь, полкило въебашат, потом это все кишки, блядь, заворачиваются, аж, блядь, сатарно. Жирнючая, твердая пища. Ну, сука, я слышал, что их там вымачивать сутки надо, туда они там какую-то... От них польза, блядь, какая-то, знаешь, там, кушав шкурки ореха, там вообще, блядь, в резком там вообще, блядь, куча, блядь, ядовитых веществ, блядь, ну. А мы их жрём так, потому что... Не знаю ничего, блядь. Семечки. Давай, внутри. Раз. Два. Спина вся плотная, и поясница тоже плотная. Два. Раз. Прижимай. Два. Выпрямляй руку впереди. Три. А ты к себе тянь. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Не падай. Восемь. Девять. Десять. Сиди плотно, 11. Не падай. 12. 13. 14. Все, свободен. Сиськи все? Да. Все, на все. Руки пока трогать не буду пока. На счет все работает, потом добавим сейчас, пока, блядь, чтобы оно восстанавливалось хотя бы, блядь.